Всех приветствую, дорогие зрители, на Black Canadian Wolf. Вот вы видите, черника, наполовину арктическая, наполовину канадская волчица разрывает, тянет барана. Вот я зашел, начинаю снимать. Это в день рождения Акелы. Посмотрите, сколько у него силы, мощи. Волчицы еще года нету, вот в мае будет год. Фурия на суете метит. Вот я обнаружил палку, откуда ни возьмись, именно палку брусок. Вот я хочу Акелу погладить, и все, и началось нападение. Дорогие друзья, полный ролик уже на Бусти, поэтому подписывайтесь, буду вас всех ждать. Всем благодарен за поддержку парка Северных Волков. Кто не хочет подписываться, на месяц может купить разовое за 20 рублей видео и посмотреть, если очень так хочется. В общем, всем благодарен, всем огромное спасибо. Всех жду на Бусти. Вот так ножками в питомнике отравились. Вот так давали, и там погибло много собак. Этому дал сейчас голову. Всех отгоняю. Синай. Синайка у нас здесь, вчера сбежал. Смотрю, бегают все волки, тут шатается весь парк. И это, в общем, сюда его посадил. В принципе, нормально, не обижают его. Как мама и папа ему. Смотрите на него. О, как барашку режет голова. А это наши малыши. Вот так вот. Пятеро. Сейчас вот перед стримом как раз пойду покормлю их, молочка налью. А попозже уже к ночи дам лосятинки. Так, вот у нас Кольтик. Коль, красавец. Так, тайга, не трогай. Коль, на, иди сюда. Иди. Так, тайга отобрала. Иди сюда, Коль. Ну иди сюда. Нельзя, тайга. Ах ты, коза. Это Акела у нас ждет подписки на Бусти.